Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы на канале Синтезит. Если вам интересна тема здоровья, восстановления иммунитета, продления активного долголетия, смотрите это видео до конца, потому что на этом канале люди, кто принимает уникальный минерал Синтезит, которому нет аналогов, рассказывают про свои результаты. У нас уже более 300 видео на нашем канале, на наших социальных сетях. И вот это вот очередной такой интересный результат от Ирины Александровны из города Москва. Меня зовут Александр, я руководитель по связям с Синтезитом. И одно из моих, так сказать, должностных обязательств – это вот связь с нашими потребителями. Соответственно, мы связываемся и узнаем, что в Синтезите понравилось, как он помогал. Итак, Ирина Александровна, еще раз здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как давно принимаете Синтезит, какой Синтезит принимаете, вот какие есть результаты у вас, объективные и субъективные впечатления? Синтезит я начала принимать в 2021 году, когда болела. Болела вся семья, и мы все принимали Синтезит. В общем-то, как бы я считаю, что вот моя мама, которая старше 90 лет, она болела достаточно долго и тяжело, и, ну, в результате выкарабкалась, что называется. Поэтому вот как бы это был первый мой опыт с Синтезитом, да, как бы с приемом витаминов. И затем я как бы периодически принимала в связи с предрасположенностью, ну, как бы, как это правильно выразиться, с ногами в плане лучшего прохождения, так сказать, лучшей работы кровеносной системы, да, вот. Но это вот как бы там у меня периодами шло, в общем-то, тоже эффект имел место быть. Сейчас вот последние полтора месяца я принимаю, ну, я по цвету, как говорю, что это такой модификацию Синтезита, которая помогает с расторопшей, помогает желудочно-кишечному тракту работе, помогает регенерации тканей. Почему начала принимать? Потому что вот этот так, вот. Да, фиолетовый такой. Омоложение, да. Антиоксидант, да. Омоложение, да, антиоксидант. Да. Почему начала принимать? Потому что я в начале декабря упала и сильно разбилась. Вот если на меня внимательно посмотреть, то видно, еще у меня один глаз еще как бы не совсем выздоровел. И спина немножко как бы, ну, она ушиб сильный, короче говоря. Вот я тогда как бы с точки зрения регенерации тканей, да, ну, там еще и омоложение, уж насчет омоложения не знаю, но, во всяком случае, вот благоприятный эффект в плане того, что как бы внутренние органы, по моим ощущениям, вот последние полтора месяца работают значительно лучше. Mm-hmm. Ну, вот поэтому буду продолжать принимать Синтезит, но постоянно не планирую. Планирую все-таки делать какие-то такие промежутки, перерывы. Но вот эффект я почувствовала как бы достаточно значительный, который меня, собственно говоря, удивил. Потому что когда я принимала, когда вот был воспалительный процесс, да, ну, понятно, как бы, от чего как бы выздоровела. Может, от Синтезита, может быть, от лекарств, которые тоже все равно как бы шли, да, то здесь вот уже ощущается явно ярко выраженный эффект улучшения состояния именно вот с точки зрения как бы повышения иммунных сил, это как бы само собой, ну вот и плюс улучшение работы желудочно-кишечного тракта, что для меня в моем возрасте, а мне 63 года, это достаточно важно. Вот как-то так. А вы говорите улучшение работы желудочно-кишечного тракта. А с чем вы сравниваете, да, то есть с какими ощущениями или с какими результатами? Что это? Это отсутствие изжоги? Или это стабильность стула, или это вот там что-то вот с голодом связанное как-то, или нет вздутия это живота? В первую голову стабильность стула, потому что как бы уже все метаболизм замедленный в нашем возрасте, плюс у меня отсутствие движения, потому что моя работа связана, я сижу за компьютером практически целый день, да, движения мало. Естественно, вот с этим связаны сложности, и, соответственно, как бы и организм хуже работает, да, понятно, потому что движение – это жизнь. Вот, поэтому вот для меня вот оказалось вот это важно.
Конечно, да. Уважаемые зрители, обратите внимание, да, вот особенно у кого сидячая работа, у кого недостаток активности физической наблюдается, одно из основных, самых таких интересных и быстрых свойств синтезита – это восстановление текучести крови. То есть что происходит? Происходит дезагрегация эритроцитов. Эритроциты разлепляются, разлепление эритроцитов. Соответственно, кровь начинает нормально проходить во все даже мельчайшие капилляры, во все мельчайшие сосуды и снабжать кислородом все органы и ткани. То есть это сердце, это мозг, это почки, это печень, это тот же самый кишечник. Вот. Это вот такое уникальное действие синтезитов, которому нет аналогов. А что это еще значит, когда наше сердце, когда мозг нормально снабжается кислородом? Это значит, что это профилактика инфарктов и инсультов, потому что существенно сокращается риск образования вот этих тромбов, да, непосредственно из эритроцитов. Но плюс ко всему прочему, синтезит регулирует, способствует восстановлению работы той же самой печени, восстановлению печеночной ткани. Это, соответственно, как бы снижает холестерин, да, плохой холестерин, вредный холестерин. А это что значит? Это значит, что сокращается риск также тромбообразования из-за холестериновых бляшек. То есть это вот как бы такое многократное, многофакторное, многостороннее действие синтезита, уникальное действие. Он на все органы и ткани влияет абсолютно благодаря этому действию. И поэтому вот люди, у кого сидячая работа, принимают синтезит, это заменяет точности физическую нагрузку, да, то есть когда кровь поступает во все органы и ткани, восстанавливается работа кишечника, потому что кишечник тоже имеет очень много капилляров, он весь пронизан капилляром. В принципе, вот каждая наша ткань, каждый наш орган пронизан капиллярами. Когда кровь густая, она в эти капилляры не попадает, нарушается работа. И когда кишечник вот восстанавливается при помощи синтезита, это восстанавливается и пищеварение, соответственно, поэтому и нормализуется и стул, и вздутия какие-то проходят, и желчный пузырь начинает нормально работать, в том числе, если вот брать то, что вот рядом с печенью, соответственно, изжога уходит у людей. Но опять же, надо замечать, уважаемые зрители, да, то есть присмотритесь, что у вас меняется, обязательно обращайте внимание и пишите нам свои результаты, конечно же, это тоже очень важно. А, Ирина Александровна, вы сказали, вот вы изначально принимали синтезит по поводу вот вен на ногах. У вас варикоз, хроническая венозная недостаточность или что? Нет, у меня варикоза как бы как такового нет, но есть, так сказать, предрасположенность к образованию тромбов. Во всяком случае, была там в районе 45 лет, вот я там оперировалась, поэтому вот это вот как бы мне было рекомендовано периодически проверять свои вены, вот поэтому из этих соображений. Ну, как бы, не знаю, не могу вот здесь вот сказать, вот такого ярко выраженного результата я не увидела, может, по той простой причине, что я не делала никаких анализов, да, а вот ярко вот результат проявился именно вот сейчас. То, что вот я принимаю и хочу продолжать принимать, мне, в общем, интересно как бы посмотреть, ну, вот еще какое-то время, я думаю, в течение 2 месяца я принимаю, и какой будет эффект, сохранится он или как бы все вернется, как говорится, к старому. Обязательно буду как бы с вами на связи сообщать, может быть, мы еще с вами поговорим. Хорошо, с удовольствием, да, буду ждать, конечно же, обратной связи. Уважаемые зрители, по поводу эффекта синтезита, как долго он сохраняется, как долго будет сохраняться результат, это зависит от чего? От того, насколько вы, в принципе, здоровы, какой у вас возраст, какие у вас физические нагрузки, какие у вас есть дополнительные повреждающие факторы, которые вредят вашему здоровью. То есть синтезит помогает восстановить максимальные параметры здоровья при постоянном его приеме. Вот. Если вы делаете перерыв, то насколько запаса хватит, это зависит уже как бы от вашего состояния и то, какие вы меры принимаете для того, чтобы это состояние поддержать. Потому что если мы будем сами себе вредить, если мы будем пить, курить, материться, да, нервничать, переедать, там, как бы не делать физические упражнения, конечно, да, соответственно, это все факторы риска. Тем более нам интересно, да, как это вот будет дальше продолжаться. Да, по поводу вот еще вот этого препарата, да, про который мы сегодня говорим, синтезит омоложения, антиоксидант. Что это такое? То есть в основе этого препарата находится классический синтезит. Классический синтезит, уникальный минерал синтезит, разработка наша 2019 года. Вот. И дополнительные компоненты. То есть это вот силибин, это экстракт широта, экстракт расторопши, да, так называемый, вот, который для печени помогает, альфа-липовая кислота.
То есть такие два полезных момента. И синтезид, благодаря тому, что он восстанавливает текучесть крови, он восстанавливает, улучшает транспорт вот, дополнительных вот этих компонентов, и, соответственно, вместе они действуют еще сильнее, усиливают их действие. Вот. Это все легко проверить, конечно же, то есть анализы сдать. В печени это мы что смотрим? Это мы смотрим АЛТ, АСТ, аланинаминотрансферазу, аспартатаминотрансферазу. Она, кстати, аспартатаминотрансфераза еще отражает повреждение сердечной мышцы. То есть мы смотрим, что вот через месяц приема синтезита эти параметры восстанавливаются. Ну, у кого-то, может быть, не до конца восстановится, но, во всяком случае, будут приближаться уже к норме, снижаться будут эти параметры, что будет показывать то, что патологические процессы в печени, в сердце сходят постепенно на нет. Также смотрим холестерин, да, то есть плохой холестерин также должен корректироваться. Это мы видим по результатам тех же самых вот первых исследований на обезьянах в Федеральном НИИ медицинской приматологии города Сочи, которые были проведены в 2020 году. Там мы увидели впервые, что вот холестерин ЛТСТ на приматах, ну, он снижается. И эти же результаты подтверждаются многочисленными потребителями синтезита по всему миру. То есть сегодня это уже десятки тысяч людей. Ну и тысячами отзывов разных, в том числе сотнями вот таких видеоинтервью, которые мы делаем специально для вас, уважаемые зрители. Хорошо, Ирина Александровна, ну, не знаю, напоследок, общее самочувствие, настроение, сон, работоспособность корректируется каким-то образом? Как вы вот это чувствуете? Ну, сказать, что общее настроение, в принципе, нормальное, сказать, что в Москве как бы климат у нас тяжелый, в отличие от Сочи, да, как бы у нас темно, грустно, на работу рано утром идти, пока вот такого прям вот подъема духа я как бы не вижу. Ну, нормальное самочувствие, нормальное. Вот как бы благоприятно, что вот как бы органы работают, как бы функционируют, правильно сказать, уже хорошо. Ну, а там дальше посмотрим, тем более, что я планирую вот в ближайшее время оформлять себе санаторно-курортную карту, рассматриваю санаторий в Кисловодске. Ну и тогда как бы еще посмотрим по результатам, что как бы будет дальше. Угу. Да, наверное, так. Да, наверное, так. Самый лучший вариант. Хорошо, благодарю за то, что вышли с нами на связь, рассказали про свои результаты. Желаю вам, вашей семье крепкого здоровья и материального достатка, чтобы можно было позволить себе уникальный препарат. Я тоже желаю, чтобы как бы круг расширялся, люди как бы узнавали про синтезит, и чтобы многим он пошел на пользу. Спасибо большое. Обязательно. Да, спасибо. Всего уважаемые доброго. Зрители, понравилось это видео, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте, делитесь этим видео со своими родными, близкими, особенно людям, с людьми, кто уже старше 35-40 лет, потому что в это время очень важно помогать своей кровеносной, кровотворной, сердечно-сосудистой системе всеми эффективными методами, особенно синтезитом, который в этом плане уникален. С вами был Александр, спасибо. Ирина Михайловна, Ирина Алексеевна, Александровна, да, Ирина Александровна. Препарат синтезит. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Всего пока. До свидания. Спасибо.